Доброго времени суток всем, кто меня смотрит. Меня зовут Сергей, и я автор блога, ссылку на который вы прямо сейчас видите на своем экране. Также вы можете найти внизу, в описании этого видео. Кроме того, можете присоединиться к моей странице на Фейсбуке и ВКонтакте. Блогу уже без малого 5 лет, и я стараюсь более-менее регулярно писать в нем статьи, по мере возможности, конечно. Вся информация, содержащаяся в блоге, является сугубо моим личным мнением, которое прошло, скажем так, через фильтр моего опыта. Кроме того, я никогда не публикую статьи лишь для того, чтобы создать видимость работы. Я стараюсь строго придерживаться принципа качества, но не количества. И пишу я только о тех вещах, в которых, как мне кажется, я достаточно разбираюсь, чтобы публично высказывать свое мнение. Что лично мне нравится в ведении блога? Ну, это, наверное, то, что я могу обсуждать свои идеи и мысли с другими людьми, которые могут как-то дополнить или исправить какие-то мои неверные суждения, наверное. Также благодаря блогу я нашел немало новых и хороших друзей. Однако в последнее время я, если честно, устал от долгих наборов текста на клавиатуре. Мне почему-то захотелось именно живого общения со своими читателями. Я, конечно, понимаю, что в виде обращения я также не увижу собеседника, но, по крайней мере, вы видите меня, и все это будет ощущаться совсем по-другому. К тому же, как говорят некоторые специалисты, именно за видеоподкастами будущее. Еще одна причина, почему я хочу излагать свои мысли на камеру, это так называемые интернетные войны. Те, кто посещает, например, Будо-форумы, прекрасно знакомы с ситуацией, когда идут дичайшие споры, у кого длиннее, а в итоге оказывается, что спор вообще не имел никакого смысла, поскольку всегда каждый все равно остается при своем мнении. Другие вообще любят переходить на личности, но при этом прячутся за непонятными никами, шифруются всеми возможными способами и при любой возможности поливают грязью любого, кто с ними не согласен. Таких людей я называю ниндзями интернета. Мне, например, нечего прятаться за маленькими аватарками. И чтобы избежать именно превращения или обвинения в том, что, мол, кто ты такой, вот он я. Вы меня видите, вы знаете, кто я такой, и всегда можете со мной связаться. Я ни от кого не прячусь и всегда открыто готов высказать свое мнение. Более того, я не собираюсь быть обычной говорящей в камеру головой, и при обсуждении каких-то тем я постараюсь лично демонстрировать какие-то наработки или упражнения. Но если в этом будет необходимость, конечно, а не выкладывать чужие ролики каких-то мастеров, чтобы прятаться за ними и говорить, мол, вот как надо. То есть я буду все демонстрировать сам. Поэтому я сразу хочу обратиться к зрителям, а особенно к так называемым троллям и ниндзям интернета. Если собрались что-то критиковать, то сделайте это, пожалуйста, на видео и размещайте в форме видеоответа. На YouTube есть такая опция под каждым видео. Не прячьтесь за аватаркой с изображением Чебурашки. Письменные комментарии, мол, ты все неправильно делаешь, ты лох и тому подобное, будут рассматриваться как обычный троллинг, не заслуживающий никакого внимания. Если есть что сказать, милости прошу, видеоответ. Тем более видео в наши дни записывается элементарно, любой цифровой мыльницей или даже телефоном. Собственно, это и все, что я хотел сказать сегодня. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе событий, ставьте лайки. И увидимся уже совсем скоро в новом подкасте. Сайонара!